Давай. Забрались на Pinnacle Peak. Никогда здесь не были раньше. Не такой, чтобы очень высокий, но идем куда-то туда. Посмотрим, как заберемся. Вроде обещали красивые виды оттуда на Феникс. Посмотрим. Дошли, поднялись на вершину горы, опустились вниз, перекусили и возвращаемся обратно. Потому что это не кружок, а одна дорожка такая. И вот, собственно говоря, будем подниматься и идти к машине. Мы узнали интересную информацию, что возраст кактусов определяется количеством ручек. И вот если, например, у кактуса 4 руки, то ему где-то 175-200 лет приблизительно. С вот этому товарищу у него 5 рук, значит, он где-то за 200 лет уже получается. Если с чем-то. Вот. Идем, возвращаемся обратно. И сделаем небольшой перерыв, чтобы сфотографировать арнику и кактус. Все.